Типа в субботу, либо в понедельник. Точно не в субботу, в айдач не будет. Ах, что в другой день поставим. В субботу, значит, десятки будут. Я туда приведу. Ну да, кстати, и у нас же в субботу десятка тоже. Короче, ориентируйтесь в воскресенье, либо в понедельник. Ой, ну, понедельник, либо вторник. Слушай, ну мы сейчас наутаемся, и Ульдар вообще, типа, будет часа с два. Так. Типа, может быть, сегодня еще хватит времени. А, его. еще ж идеальный будет. А вот он заходит. Халиб пойдет в рейд. Ну да, он у нас, типа, он на Эртру уйдет вообще. Идеальный. Так, раз у нас, получается, в трим рейдом пойдешь, раз. Ебать мне, я говорю фиксику, блядь, зайди в пати, блядь, на РТ, типа, блядь, плюсуй. Он говорит, нахуй мне на замене сидеть. Так нихуя непонятно, кто на замене будет или кто вообще что будет делать. Да, Бьерн ему сказал, что они будут его брать в рейд. Ну, блядь, я ебал рот, блядь. Если так хочешь в рейд, блядь, надо как бы плюсовать и что-то делать для этого, а не фулгириться, а потом стоять и ныть. А что, в ГГВП уже не берут или что? Что-то не так? Я не знаю, блядь. А чё Тёма меня игнорирует, я не понял. Ну, ты же этот спамил, он типа мог дать этот всем автобот. Ты на БГ. Да, ты на БГ, на БГ, на БГ. Ты типа у многих людей можешь быть в черном списке, потому что когда спамится, типа бывает автомут и аддоны дает. Так, тут ТТГшники тут бушуют. Может, давайте их разобьем по-быстрому. Да надо было бы. Кто? ТТГ, ПВП гильдия, вроде, блядь. Какая ПВП гильдия? Название. ТТГ. Сейчас мы хилим, короче, давайте. Я такой гильдию знаю, даже выходить не буду, сами справитесь. А вы уже везде, да? Да. Все вышли, выходите все, куча, давайте, давайте. Не, давайте. Я давайте, выходите, выходите, блядь, ну мне нарезать. Они не тут рыбу жрут. Нормально. Давайте, 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 выходите. Ну ладно, ладно, чуть-чуть посмотрим. Так, Зоркий вышел, раз, есть, есть. Давай, выходите, давай, давай, они пока не подошли, пацаны. Давайте, выходите. Сразу бейте первые таргеты. Блядь, пришли вайпнуться просто. Вообще, я еще прогрузиться не успел, у уже мертвый. У нас там в инсте 5 человек вообще-то, а типа мы вышли на фулл рейд. Сейчас мы заманетик и ебанем их нахуй. А, ну да, хуёвенько. Заходи в инст. Я уже забежал обратно, не гони, нас вышло 5 человек, их там рейд стоит. Как, куда а вообще? Что это за плохо, типа? ПВП, ну типа мы зажаты проходим и грузимся. Они на ступа уешат. Типа я ДТР нажал, 2 ККП. Почему мне показывают люди где-то там непонятно где-то двигаются? Да сумонились бы уже. Так сейчас внести сумонимся. Кубок, ты внести уже? Ну, меня убили только что тут. Ну, да, залетайте сидеть, сейчас сумоним, я будем пиздец этим, блядь, пидорасом, нахуй. Блядь, тут самый момент реально, тут крутиться надо, искать, блядь, возможности в рейд попасть. Он говорит, я не хочу на замене сидеть, блядь, это так бесит, нахуй, пиздец. Так, значит, я сейчас иду на это добуду. Мягко можешь пойти демоном в другой день? Бля, замутьте там, у кого это по голосу стоит? Это у Сани, там, нахуй. Бля, ну у меня демон, как бы, он хуёвый, потому что у него хосты нету. А какой еще демон есть, если прям рейдом есть, что-то? А у нас только да, это мягко и кубов демона, два. Поэтому вот из них давайте решать, что пойдет. Ой, кайф. Да, кебаб в мейн рейде. Ну давай, кебаб это в рейд, да, это мягко, ты вторым рейдом демоном пойдет. Кубов ставь это самое. Рейд. Так, халип, халип, халип. Цель дружелюбная. Я все слышу. Как? Я ленингад. Не знаю, я тебе пати кидают, не могу тебе. Дайте мне драгешу. Фласку ты выпил? Напиши, нет, Халиб, напиши просто в ПМ Матусу. Он фласку на язык не выпил. А, сейчас, секунду, точно. Ну, я же тебе об этом и говорю. Так. Чем нужен фласк? Кот, кот нужен. Сейчас идет туда. Spellbound, сможешь пойти в понедельник? У нас этот десятки в понедельник.
Ну, этот, а вы не можете на субботу поставить? Я работаю в субботу. А я бухаю. У нас половина, да. Мы всегда по понедельникам, у нас так удобнее всего. Ну, у нас сейчас, типа, получается, что вообще нет времени на второй, потому что у всех, типа, у нас пятница десятка, суббота десятка, понедельник. Смещайтесь так, чтобы у вас все было, ну, на второй десятке, на пятке, чтобы у вас... Вторник, да, нам нужно десятки как-то сейчас сократить и сжать, типа, в три рейда, например, в один день. Вы можете завтра пойти в десятку, завтра тоже выход, ну, завтра ничего нет, получается. Я тоже завтра работаю, ребят, в пятницу. Да увольняйся, блядь, заебал. Ну, что ж поделать, ребят. Два дня так, в неделю работаю. Репата и Пюрекс в рейд сейчас, ты пойдешь вторым рейдом туда. Так, что у нас по паладинам? Сильваныч, что у нас по мейну будет? Я танк. Он танк. Хорошо, тогда давай в танке тогда будет Сильваныч. У вас... кем ну, ты можешь пойти? Да я ретриком, ну типа у меня у спек есть танка. Надо флашинг взять, флашинг может пойти вторым рейдом шамбу своим. Надо как-нибудь решить по ретрикам. А локом не хочешь пойти сейчас? А у меня лок и ИК закрыто. Ну, за этот, на КД. Да похуй. Там ну, типа, может, блин... С собой можешь пойти, ну, ВИК там, допустим. Ты локом можешь сейчас пойти. А тебе что, сильно ретрик мешает или что? Ну, я не хочу... Ну, три ретрика, а вторым рейдом кто мне ретриком пойдет? Так, флэш. Флэш, но вторым рейдом шаманом я хочу взять. А он либо... будет вторым рейдом шаманом? Он типа сейчас у него активный онлайн или что? Ты еще него узнай, типа, хотя бы. Ну, он сказал, что активно будет играть. Ну, он сейчас вот, ну, типа, где-то закончил. Подожди, а шамана этого, как его, идеального куда? А, подожди, идеальный еще шамана будет, хочешь? Ну да, у него заебись шаман. А, ну, тогда пошли три рейта. Да. Два ретрика, то есть. Ну, я за то, чтобы людей на карандаш брать, это пипец, ну типа, камон, сейчас что-то все повылазили, так. Онлайн начался. Попробовать Полина в рейд сразу. Так, того, нужен один код, как бы там, протесты, как там, что тебе по онлайну? У тебя вупро есть, и войд есть, зачем тебе сейчас протест? Котик нужен. Он вешает баф на... Протест вроде во второй рейд собирался идти с Вайдом. Это ж этот, да? Хилл. Короче, давай тогда... Нет, протест это у нас... Хорошо, тогда значит, банан в коте будешь. Протест, давай тогда пойдешь... Второй рейд, короче, вторник будет. Поставлю вторник. Далее, так. И нужен будет, если что, один хилл со спеком ДД. Так, фейка, надо как-нибудь пристроить сейчас. А что, бутера делать? Возьмите, пацаны, он не сможет пойти. А, не сможешь пойти в понедельник? Нет. Во вторник. Во вторник, разве что. Так у нас когда? Вторник. Это тоже бисовый ШП, он дает, блядь, больше, блядь, локов некоторых. Сейчас я подумаю, вместо кого его поставить. Бьорн, а ты уверен, что второй рейд хоть что-то пройдет, если ты сейчас возьмешь всех топовых игроков? Да. Посмотри, если бомжи закрыли, блядь. И что он вообще соберется? Чаще хуй соберется. Не соберется. Ну, ты сколько сейчас пришло людей? С учетом того, сказала, что они ни в понедельник, ни в воскресенье, во вторник не могут. Они сказали про понедельник, а вторник. Блядь, ребят, вы сегодня не слушаете, ну камон. Я про вторник сказал, вторник придут. Ну, в любом случае, будут скрин вот этих вот людей, которые сейчас на замене, им типа будет ЕП потом, если второй рейд не соберется, условно. Да. А, то есть пока еще сидеть в этом? В рейде. Конечно. Ну, да, можешь пока в рейде посидеть. Все плюс они тебе в рейд, мы еще не делали скрины ники. Так, я уже просто по своим делам пошел. Ну ничего страшного, я тебе запомнил, карась, если что, я тебе накинул. Звучит страшно. Так, с этим разобрались. По магам у нас магов вообще не будет на второй рейд, поэтому либо я на танке пойду сейчас, либо фейка там давай. Ты на танке. А что ты сейчас не хочешь пойти? Ну, я сейчас хочу пойти. А во вторник не? Во вторник я бы друидом пошла. А не хочешь сейчас в друид пойти? Хочу. Давай сейчас тогда. Иду. Вот и решили. Все. Так, что с бутером будем делать? Надо один слот, кто хочет, может пойти в это самое во вторник бутеру слот освободить. Так, кто у нас еще по шпешкам будет? Ну смотри, у нас много людей, у которых нулевое ЕП.
которые только залетели к нам на РТ. Можно как бы их во второй рейд изначально? А я что, теперь ДЦ? Ну, в принципе, тут 5 хилов особо не надо, там, как бы, может... Нет, ДЦ нужен будет ради зубов. Ну да. А тут не нужен 5 хил вообще. А не, ну по-хорошему, типа, брать в приоритете тех, кто, типа, ходил активно. Да, тех, кто с нами ходит. Да, да, вот те, кто, типа, ну, пропустили там 2 месяца. Ой, ребята, я был в командировке или еще что-то, по факту, просто... Сейчас я по приору посмотрю. Это уже совсем другая песня. Не, ну Альфи ходит... Это твин, да? Вот, да, ну, Альфи ходит активно, я ходил на РТ. Лангрис тоже ходил, Бутер ходил, Исполин ходил. Спалбаунд, Бутер, это пацаны активные. Темный, новенький. Да, это мягко с нами ходил, но он, я так понял, во второй рейд. Просто вот так вот решили причем. Да нет, Спалбаунд, кстати, не очень активно ходил. Ну, Спалбаунд... Нет, Спалбаунд я сразу он это самое, я его на второй рейд его отправил, так что... Сейчас я подумаю, да, блядь, надо Бутера... Исполин, а ты сможешь... А, в ДК можешь пойти, если что, понедельник еще. Во вторник. Айнон, а ты как, кстати, во вторник сможешь? Айнчик, Айнон, Айнон. Айнон, а? Кого, пошли пока полазим. Да сейчас, погоди, я тут настраиваю стрим. О, стрим будет? Сейчас, друзья, чтобы они тебя взломали. Скам будет. Все. Так, Бутер, ты во вторник не сможешь, да, говоришь? Нет, во вторник нет. Не в понедельник, не во вторник. Блять, у меня это самое. Лангрис, а ты будешь во вторник? Но мне ШП нужен будет на второй рейд. У меня ШПшки ни одного нету. У тебя Бутер ДЦ есть, да, спик, если что? Да, что еще? А, ну и Исполин, Исполин тоже же есть ДЦ. Нет, ДЦ есть. Если на второй рейд нужен этот холик или ДЦ, он там со Спирайном пишет то, что может. Зачем вставал? Ну, так для получилось, нас... но. Я на второй рейд холипалом еще пойду. Ну, второй. Холипал у нас полбам будет на второй рейд, так что не переживайте. Хилам у нас все четко будет. Так, тогда давай, наверное... Так, мне, блядь, больше всего интересует приз. Вообще, приз будет на второй рейд? Есть какой-то приз? У меня есть. Но не ШП. ДЦ, да, будет? ДЦ холик, да. Ну, ДЦ нормально для ДЦ, да? А, ДЦ, да, все, да, да. Заебись. Давай тогда, Айнон, пойдешь во вторник. Это самое. Так, если что, я скрин сделал, кто в рейде. Плюс еще протесты надо запомнить. И сейчас я скину. Сейчас. Кто переживает, не переживайте, там еще будет Изука пойдет дом, то есть бисовые игроки, плюс я на танке буду, либо на хиле там будет. Все, остальные пока все на замене, в принципе, все люди хорошо. Да, может сливать, я дал скрин, ну то есть. Так, а там соберется нормальный рейд достаточно, там много сильно. Конечно, даже не сомневаюсь, что соберется. Ну, все, поехали говорю, трэш чистить. Давайте баф. Так, баф раздали, по ходу дела. А те, кто в первой пяти пати, все в инсте? Нет. Я лечу. Давай, летай, короче. Да, 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 будет. Ну, лучше шкаф поставить, там же сейчас будут эти гангеры маны стоять. Поставь кубок в шкаф лучше. Ну, сейчас мы трешки. На пола дам, здесь поменяю, у меня телефон садится. Шаманизм, ты то самое камушки сейчас мне забабахать, сейчас все регионы. Так, а вы рыбу не ставили еще? Не, еще не ставили. Сейчас, кстати, Локи, возвратуйте. Сейчас у вас есть бафчик, который будет апать вам урон на 6% от огня. Я тогда, короче, дам объяву в Дисе, что у нас вторник, второй рейд. Да-да-да-да. Вешали, да? Что, так они вообще не дамажат сейчас, что ли? Огонь не сильно дамажил сейчас людей. Чё-то, по-моему, вообще не дамажит. А все на крит. Я как понял, поставили ластовую версию Магика Грула, когда она уже нерфленная была. Типа софы? Тыкайте. Ладно, удачи вам. Давай, удачи. Так, где там класс? А, шмей, спасибо.
Прикашку сманите тоже. Чистите пока трэш. Все, да. Сегодня выпернул пчел, кстати, 4-4 залутал. Вау. Бывает. Какой? Ну, типа, если контент такой изи, то вообще похуй, типа, сейчас 4-4 или не будет 4-4. Да. Ну, типа, не грубо, а с первого трая убили, там, за геру пусть. А на кого? Не, на вытерновах сильный рейд. На кого? На лока, на лока. Генсек 4-4. Вам не похуй, ебаного. Ну, у нас тоже, типа, не слабый рейд, типа. Ну, это слабее. Ты кубик моих закрою. Ну, кроме Гопика все сильно. Ну нет, слушай, у нас паладинов нету за 4. У меня один кусок. Ну, типа 8 массакр на грула, чтобы убить на изи. Я на Twitch пришел, позвал. Ну, во вторник, получается, пойдет. Да сейчас тогда на тоже тогда на второй рейд справлю. Ну, там грула лучше либо мишку, либо ДКшника ставить. Ну, паладина. Я там мишка... от парихаста отъеду там моментально. Ну типа мишка, там мишка... Потанчит в дефюре, потанчит у нас. Там под массакрами мишка на изи, братан. Куда ты идешь? Ну идешь, там нет. Дефюре, если что. Дефюре, да, я понял. Этот флеш бафай кулаки и по шаманам у нас эмк есть. А на совуха нету. А, есть, все вижу. На груле не будет. Но не суть, типа у нас есть еще ПЛМы вместо совуха. Азорки, я собрал почти 70% крита, кстати. Ну, пиздец получается, 4 крита не пишешь. А ты 24 выбил себе, знаешь? Да. Блять, у всех уже Т4 есть. Вот что. Так, а что, кормить нас будут? Вкусный. Да ты не через этот ставь, может. Типа метки наземные поставь. Они же сейчас убегут от них. Ну, запомните. Ладно, сейчас я поставлю на землю еще плюс. Ну, я просто так для себя поставил... ну, что кому косты сбивать там, если что. Сейчас, подожди секундочку. Ревокнуться надо, бляха-муха. Давай. Хавайте рыбу пока. А можно убрать в целом ауру коня? Поставить там, например, темную магию. Она не стакается с престом. А под мастера аура она больше дает. Держи. Да. Так, а что, на грула сделать этот билд через массакру, да? Конечно. Да. На больших стаках пробивает, да. Я тогда после этого сделаю. После королей вы пойдете чистить трэш, а я полечу в Штормград. Я на замену могу сесть или поздно уже? Да, можешь. Ну, во вторник, короче, рейд.
Да, вторник еще есть, если что, там, если мы убиваем, то никто не будет за замену. Если не убиваем, то не будет у нас ничего, то... Ну, замену начисляю сразу вам. Кажется, кстати, у магика так и было 57 вроде лявов. Короче, желающие на кубы тачивали. Так, первый я буду. Я на чёрте посижу. Так, Рос, давай тебе тоже тесно. Ты как ответственный человек. Куда? Милика на кубы? Конечно. А зачем? Я вот это вроде понимаю просто. Так его уже обычно. Я сказал же, ответственные люди. Да, ладно. Ну, блядь, давай идеально на кресте. А, Корнес на. Как? Корнес, ты шаришь, да? Давай лучше другого поставь. Понял. Альфи на квадратик. Лангрис шаришь. Лангрис. Блядь, не присутствует. Делеон. Я говорю, мне страшно. А чё, блядь, сыться? Короче, пизду. Исполин на луну садишься, исполин разбивает. И кубик на трусы сядешь. Всё. Давайте, чё мы. Да просто скажи им, что за первый вайп не будет ГП, и всё. Будет ГП, если будем тупить. Подождите, можно этот... А где рыба делать? Подождите. Где сейчас рыба? Затыкали? Сейчас да, блядь, или затыкали, или на нее просто кто-то сел и сидел все это время. Сейчас я поставлю. Ну вот здесь вот она стояла. Роль, блядь, балаган. Так, ну что, все, все готовы. Кахаем рыбу и давайте начинать. Так, ДК, если что, хрипатый первый бомжи издаст. Когда появляются големы. А, Фигимейн, ты второй бомжи дашь. Все. Что, мы его ешим, да, получается? Ну, да, давайте поуешим. Сильваныч, да, танчит сейчас соло? Сильваныч, да, и... Да, надо сделать на Сильваныч на пол. Все, все готовы, Сильваныч, подготовимся, гуляй. Только дайте, чтобы они подошли. Да. Все, сейчас никто не врывается, мы пул туда сдаем. Я сейчас еще не сдал, ждите. На, нахуй, не нашло крема. Идеально, лезь на нее. Косты сбивайся, пожалуйста. Бомжей первых. Бомжей фрекина, этот хрипат. Умрете. Паладин, на меня гнев действует. По кресту через крест играется сейчас. Второй ДК бомжей. Косты сбивайте. Рога, сядь на трусы, позбивай ему косты. Добивайте, по 100 тысяч осталось. По трусам играем, по трусам. Не ожидал, что мы будем здесь спать. Бадан, дай БР по хрипатому. В дефюре дай БР по неверлайну. Сейчас резнуть можно будет. Мобов по это самое. По да, резнуть можно будет, Бьерн. А, ну, если зачистим трэш. Сколько там, целаться, еще 55 секунд. Сейчас. А зачем фиряете, блядь? Все, мобов бейте, заливайте этих мелких мобов. Заливайте их. И сейчас разрезаем наших. Еще 45 секунд до пула. Давай, успеваем. Лан Гриттару, Корнеев, Неверла, идеально. Все, раздали рез быстрее. Вчера. Каждый по метке. 30 секунд. Угу. Сразу забафайте Неверлайна, флешинка и бутера. Бля, рыбу успею еще поесть. Давай, брат. Сейчас тыкну. Блядь, у него компонали нету. Кому задать хавчик? В дефюре тебя? Вон рыба стоит. Алло, что, стоп, лук, готовьте. 7 секунд. Так, на пул готовимся на Сильваныча. Сильваныч, ты что к стенке помнишь, да? Милики стоим боком. На пул дали. Я скажу, когда Геру дать. Сливан, сейчас его поставь его, пожалуйста, потяни на себя чуть-чуть и поставь его боком, чтобы милики его постояли дамажили. Угу. ШП выйдет погибал. Бутер, выйдет. На пол сдали, на пол сдали быстрее. Инкубос сюда сесали. Сейчас будет я дал.
Кубы через... Я пока через 3 секунды, он пиздит. Станьте по кубам на всякий случай. Кубы 20. Бля, че у меня промахи нахуй? Шипа там, вешайте хуйню свою. Кубы 5 секунд. Готовимся, я скажу, когда нажать. Пока мы... Где трусы, блядь? Я скажу, когда нажать. Где трусы, ебаный брат? Ждем, я скажу. Держим купы до конца. Пускаем. Кто был в трусах, да? Блять, надо было геру дать. Ладно. Сколько там дебаф? 30 секунд, нормально. Будет 20 секунд, я скажу за 10 секунд, чтобы подошли к своим кубам и готовься пожимать. И геру дадим? Да. Давайте геру. На кубам с ним стали и готовимся. После откидывания будет сразу пожонка. Сальву гудлика дайте. Гудлик раскол. Жаля. Держим. Он говорит, будет мало хп, нажмешь куб, подожмай. Все, поехали дальше. Пускайся куда. Через 15 секунд кубы. Там буду еще два раза нажать, наверное, и все будет. Сали по кубам своим, ребят. Жали кубы. Держим. Сейчас потолок как будто валится, смотрите аккуратно, чтобы не стояли под штукатуркой, обвалившись. Там будет потолок падать. Готовимся. Он носится. Вы умрете. Еще один раз надо кубик, надо будет нажать и все. Захильте, пожалуйста, у нас все. Ладно. Похилили. Смотрите, где потолок падает. Сразу не стойте, сразу шот будет. Кубы через 15 секунд. Подходим к кубам своим. Ждем команду нажать. Жаль. Пускай не убивается нас. Изи, блядь. Блядь, ебанутый. Мы уже тут, блядь, уже пипец, уже панику навели. Блядь, что у него было 116 лямов. Куда гудлик первый? Нормально, машина. Так он биговый лок. Молодцы. Опа, чело. А чё я упал, блядь? Сука. Да ты в центре где-то там чилился, наверное. Не, я под боссом прямо зашел. А, ну под боссом лужа обычно. Так, пока это самое, у меня КД висит. Поехали. Милики. И ДК плюс.
Что, дайте порт в шатрат, ребят, давайте. Погнали. Волшебный. Давай, портал. Давайте. Че, никому не нужен, что ли? Вы че, рофлите? Черный мешок анролл же, да? Да, черный мешок мне анролл. Аня, я отошел на пару минут, я сбегаю в магазин. Так, на распыл исполнил. На успех можно паролить? Да, можете на успех паролиться. За с половиной цены. А, тогда не надо. Не будешь брать за КП? Не, за КП-то? Не, не. Ну, типа он с РПБ, ретрик такой себе. Да, пыли. Как, надо кому? Банан, тебе нужно мейспик? Хорошие стати, они, наверное, ну, будут лучше, чем, наверное, точнее. Грудачок, паладин, разбойник, шаман. Так, фейп 13.96 по приору. Кстати, с полуострова лететь ближе, чем с шатрата. Ну, поди знай. А еще что, решили по одной Т4 в руки? Да. Так, сумка в ГБ идет сразу отваливается. 4 Т4 никто не полутает, да? Получается так. Голова, напомните, какие там шмотки, там кольца же, по-моему, кольца, да? Кольца. 245-я. Знаешь, паролу, правильно? Не знаю, потом. За ГП давайте. Олег тянуть могут? 45-е кольца. Не делитесь, голова за ролл или за... За ГП. ГП, конечно, 40... пацаны, вы чё? 245-е кольцо с дыркой. Тогда я нахуй. Кольца. Вот фейп вам. Забираешь? Фейп забираешь за ГП? Нет. Вот не приорни лучше плечи. Боже, банк за ГП забираешь? Кольцо там хорошее, кстати. Боже, это кольцо канул, это которое с... Этого, не флудите, такое... блядь. Не флудите. Валк, забираешь кольцо? Валк, забираешь кольцо или нет? Ну, то есть голову эту. За ГП. Я понял. Шаманизм. Забираешь за ГП? Кольцо, что ли? Нет. Почему? Ну, все, значит, это 4 хотят. Исполин, забираешь за ГП? Да, давай, конечно. Так, у тебя куча людей линканула же этот ролл. Фейп, ну, нет? Я спрашиваю людей, которые по приору, кто первые. Все молчат. Аня, Исполина за ГП давай. Все. Так, Валк еще раз спрашивает, ты будешь забрать ее или нет? Да ты спрашивал тех, кто даже не ролил ее. Валк ролил, сказал, что... Валк ролил Т4. Блядь, сейчас еще раз. Ну да, ниже смотри там. Еще раз, голова Максимедона за ГП. Бутер, флешлайт там были. Что, Исполина даю? Кто там уже у Грула? Давайте залетать. А, не приземлите. Нормальный ГП так даешь. Блять, а что так нормально? Сейчас еще раз. Я не против. А сколько ты захочешь дать на один? Все, полетели на Грула сейчас. На самом деле 150 ГП это типа полтора слака. Ну, так да. Очень много. Да это 4 что-то очень дешево получается. 300 ГП, 4, нормально. Да у нас, блин, 200 с лес. Нет, 300 ГП за кусок, типа, по одному куску. Mm-hmm. Да, по одному кусочку. Это мало. Это нормально. Помоним. Да, у нас срезом в 10. 20%. В прошлой гильдии, ну, я понял, у нас в прошлой гильдии 500 стоило Т4. Факин Мэтт, ты где? Абиссовый тринь, косарь вообще. Чтоб ну, ты да, полутал, и другие тринь, одевались. Да, тринь обычно, типа, дают этот... Ну и что, ты заберешь эту тринку за косарь, что ты, бля, будешь ну, месяц будешь без приора сидеть. Но нет, зато да. У тебя бисовая триня. Да. Ну это мы поговорим про этот, как он называют, блядь. Мира, выки, которые. Ну я хочу убегать, кубок уже подлетел. Пошли, да. Пошли в инст. Конечно. Потом свой Т4 пообсуждаете, погнали убивать. Mm. Ну, сейчас хоть подамажу, то, блядь, нихуя не дамажил на боссе. Ну, Лангрис... А Лангрис, ты чего, это самое, означает? Не дамажил или что? Лангрис, ты тут? Да. Че ты с ДПСом? Так я ж на трусах был, потому что никто не подошел. А, Васьполин, ты че не подходил по трусам? Да ты на какой метке был? Я ж на губе был, как... Ну ладно, ты короче. Ты забыл, кто на губе уже стоял? Ничего? Так. Кого ты на трусы назначал, Бьерн?
Сприна, по-моему, если не ошибаюсь. На Луне я стоял. На Луне стоял? Да. Ну ладно, короче, тогда. Можешь себе ГП дать. Так, тут, в принципе, тоже 4 хила идем. А суммон дадите? Сейчас, да, мы суммоним уже рейд. Сейчас жара пойдет, блядь. А что тут жара, тут еще проще. На втором боссе, тут еще. Но на королях просто. На королях, да, на бреле будет. Так, нам нужен третий танк здесь? Ну, ну давай да. Спекни на всякий случай. Ну, в принципе, я могу мага сам поддержать. Короля и по два моба. Щиток у него пизжу, блядь, и танчу его. Могу так сделать. ДЦ спекнуться? Да, спекнуться ДЦ на всякий случай. Так, кто, король, кто будет танчить мага и лока, надо, чтобы немножко файр-резист был у вас. ДКшник пусть танчит, я заберу левых. Хорошо. Так, давай в танк у нас Вадифьюри и ДК. Так, и Сильванович. Значит, короля отдельно танчим. Ну, самого короля главного. Правых двух танчит у нас ДК, левых двух Сильванович. Все, пошли. У мобов эти громил, стойте под жопой, чтобы они не делали чарж. Эти мобы разбивайте костерога, сядь на крест. Вар его бросят на луну, разбивайте костры. Он не шкливает вроде перед лицом, да? Да. Косты, косты, косты. Ты там трепет, а там еще шмал. Козлозыча, если что, накидывайте по новым, по мобам. Дайте рыбку, пожалуйста, МК. Сейчас. Так. Сейчас я поставлю. Палы, могу 100 знаков дать? Дайте 100. Джирса сейчас поставлю вот справа. Да, спасибо. Ну, точнее, слева. Я понял. Зоркий, дай столик, пожалуйста. Баночка на СПД, если кого апнутая, я куплю. Ладно, пусть это врула. Ага. Сколько она стоит, сумма? 500 голды. Тратим. Спин за 500 шель голды. Ребят, давайте... Все, так, танки готовы. Неверлайн, напулишь на череп, лок, ой, блядь, лок, говорю, фейп, напулишь на крест в ДК танков. ДК, все, поехали. Так, ты держишь череп крест, ДК. Стоп, кто кого? Я назначил, ДК танчик. Один киглер, становится ДК, череп крест. ДК у нас, еще раз повторю, танчит череп крест. Пал танчит у нас левых двух трусы, ромбик и это самое, медведь, и забираешь короля самого. Все, все готовы, поехали. Мы через череп играем? Ну да. Понял. Первого забанили. Да, ты можешь его в контрол взять и бить им. Такое, по-моему, не работает. Работает контроль на собаке, нормально он дает ДПС. Геру дайте. Ну я его где-то проебал, он у меня на панели. Блядь, с промахом дыхаешь, что-то мне... Выведи, блядь, чё он тут в дверь пошёл? ДК сложил. Пал, попробуй забрать сейчас крест. Забери череп быстрее, в крест играйте. Паладина хильте и на счет еду. Сильванович хилим. Сильванович, можешь идти двоих Бернул. Подвести? А, все, ДК забрал, ДК забирай. ДК забирай, Сильванович прихил. Все, ДК зеленку там прижимайте. Крестобаф лапку дайте, каску дал.
Нужен БРВ идеального. Банан, дай БРВ идеального. У него когда? Я по фокинме додавал. Води фьюри танчит. Давай. Войда прохиливаем сейчас. Войд, а что у тебя босс в центре делает? Ну, поставь его куда-нибудь в сторону. Его вводят вон туда. Ушли от босса, отошли от босса. Хекс диспел. С паладином. Хек не диспелится, если что. Понял. Давайте по-то самое играем. Не, их не надо разводить, вместе сведи их. А хотя отведи там квадрат, ромбик, он это самое, откидывает нас. Отведи трусы от ромбика. Так может ромбика надо было убить просто и все? Давайте, милики, бейте, короче, трусы, кастеры на ромбик переключились. Так, блин. Милики летать будут все равно. Толку. Так перед лицом встать просто под стену, ну. Не, там тебя будет закидывать на текстуры. На ней не будет, что так всегда стоят на их два. Поверь, тут знаешь хорошо от него. Какая разница? Так, у нас он народ под потолком сидел. У нас есть один БР. Да не надо БР у нас попробуем. Чем так далеко, блядь, сразу столько большой. Да, Да. Ну, Макс раньше станет лучше будет. А в кофе-то есть нормально. Видите кастеры в ромбике все? Кастеры в ромбике, собирайся, просто так делаю слушал. Кубок, ты тоже кастер? Да нет. Наёбка какая-то. Кубоса сложила. Отвини, он же кливый отводи, не? Нет, просто агрово проебались. Да. Да, понятно. А, у него хекс был. Да, вот он на 8 секунд кидает. А он не диспелится. Не, он красный. Ну, сейчас у меня хек. Конечно, его этот, понял? Вот чтобы люди не летали, нужно ближе к стене ставить. Милики, не подходите, сейчас вихрь покрутится, потом опять подойдет. Кажется, обманывает раз ДБМ. Бейте, милики, пока. На вихре дойдете, если что. А этот не работает дизарм? Лёсин вон, конечно. Стоит танцует сбоку. Так работает дизарм или нет? Ну работает. Работает, но он все равно крутится, но без оружия. Что-то он там делает. Не, он там поменьше будет давать урона. Просто там захиливается все. Так нам отбегать или будет дизарм? У нас есть кому-то? Бежать лучше. У нас дизармов нет, у нас вары лежат по бувару. Роги есть дизарм. Хант рога это может, ну? Давай рога, фейт даже дизарм первый. Он наоборот не его доставает. Ну сейчас до 50% он сейчас будет с оружием, сейчас будет оружие снимает, но при вихре сейчас нужно будет убирать по-любому. Он сейчас кулаками бьет. Отошли, Мелизона. Мелизона фелия все. Да я в страхе. Да, без оружия. Больно. Он не шотает нормально. Смотри, там он люди бьют, вообще им ничего не брать. А, ёпта, мать, не 2% меткости не хватает. Ну, ты не вооружена, пишет. Потому что еще он не с оружием. Все, он уже, я же говорю, до 50% он с оружием. После 50% он уже кидает оружие по камеру. Да какой эфир, блядь? Вот это вот я в Мелизон нормально тоже зашел. Кстати, эфир дает четко под... Как его, интересно, залосать? Проебал их за кутку, ребят, держу в курсе, нормально. Серия 8 секунд бегать, зайдись. Кстати, второй эфир не дал. О, пожалуйста. Найс. Так, сейчас минуточку. Сегодня. Идите пока чистите трек. Блять, как назло плечи. Блять. Поехали, кастера.
принципе, я к себе попробую забрать. Я сейчас потопаю. За голду, блядь, раскошеливаться. Запороться. Так. Забери, 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 забери. Фире, фире там. А, все, я этот. Я полетел в Штормград, сделаю билд с массой крови на ретрика. Сейчас на пулу сдам еще один. У нас же здесь войд соло танчит, правильно? Может, не будем стримить туда из-за танка? Так, а даю хрипатом? Ну да, да. Так, бля, чё оно не... Рос, переедет самое, сними ему 15 КТ, пожалуйста. Мне тупит он дом. Лазник, разбойник, шаман. Флэш, а тебе не нужно этот, я тебе скину билд, и ты этот. Корнес забирает. Хрипал разодевает. Корнес, тебе сильно надо оно? Ну, ему на статы только. Ну, только на нет, статы. Нет. У меня только одна Т4, мне надо обязательно плечо. Мне нужны плечо и голова. Не обновлять не нужно. Ну, в любом случае, мне надо. Поэтому. Ну что тебе там бонус дает? Какой там бонус тебе дает? Хуёвый бонус там, ты же флешка не будешь. Нормальный. Зачем мне тогда вообще? Так зачем мне тогда вообще происходить? Да не, ему, ну если он типа берет, ему, во-первых, он точно писывает до следующего контента. Так и... нет, сейчас, блядь, сейчас пример в том, что сейчас мы апаем ДПСеров, ну, нормально с бонусами, вот шаманизм его нормально пойдет. Ну слушай, ну ты же видишь, нам всем хватает типа ДПС. Ну, в принципе, реально, да. Мы уже реально, сами себе начали делать. Мы нас только легко проходим, я просто не понимаю, зачем тут апать кого-то. Ну, чтоб успеть. Ладно, в принципе, похуй. Арнес, красава, может ему Роусан дойти. Кто такие? Да, кайсонку шел с шоу. Да блять, фукуя нахуй! Я не буду бежать второй раз. А их скипнуть можно, мы как-то побегаем туда, умираем там и резаемся. Там мы таргеры делали, что-то. Да, это хемки. Ну, обычно там... можно так сделать. Резайте, Паша. Азиан, ты тут? Да, я захожу. Давай. Лакрима меня, да, это резаешь. Рога, сядь на крестик, Лары, сядьте на другого непозначного. Не успела. Черепите. Как он делся, что это ты? Ну под ебалом-то не стоит себе магов. А таунт? Там агро скидывается. Смотрите, после рифка стопайте урон. Потому что агро скидывается в ноль. Гублик. Так это касается. Заберите мобу быстрее, череп. Сдал на пул, но заберите все равно. Банан в мишку, банан. В мишку? На себя, за таунт на себя, вот и мирзаны. Все, танчик, пусть банан побегает его, поддержит. Так, в Дефьюри у нас сейчас спекается в этого. В танке оставайся, в соло танчишь. Так, остальные все милики, все спекаются в ДД. Напомните мне, пожалуйста, ходу это. Так, тактика. Кто тактику не знает, есть такие люди, которые с циркуля там приходили. Вы того знаете тактику, нет? У Грула очень мало хп, кстати, ребят. Пиздец. Даже не 74 тысячи. На X2 больше было даже. Ну да. Она тебе почему меньше? Потому что у нас нет ни категории, ни брюлей. А, ну да, логично. Помните, пожалуйста, кто тут по петам? Еще урон завышил. Что еще раз? С петами, что здесь? Они... Нет, не только игроки. Так, рейндж 18 между собой после откидывания держим. Так, тогда мы по центру. Так, милики, сразу не врывайтесь, у нас должны быть по игры вторые эти самые, как его, ну, какая-то... Короче, Фейб, ты даешь на пул по Леди Фьюри, через секунд 10 Неверлайн дашь на пул на Гудлика, чтобы Гудлик был в трим по игру. Рыбу ставлю, кушаю. Кого там Сумонит? У меня Сумонит, и вот флеш, бери себе билд. Опа, что это такое? Это ГБ. Это понятно.
будем давать активным таким сильным игрокам. Этот, слышишь, макрос у тебя есть флеш на снятие массакры себя? Там не, там этот, там капля бабл дает. Кого сум надо, алло? Ну меня, Роза. А че ты, а ты это сам? Зачем массакра, если тут капля бабл? Сказали же, нужна масса... Да не, под камнем нужна массакра, нормально, но... Все, кушай. Где там гудлик? Причина. А, рыба, а, вижу. Я, кстати, Бьорн не видит этот настой эти БКшные. Мне пишут, что у меня нет. Я знаю. Я сейчас дом долю нахуй вообще. Так вы вас распределили, кто будет давать сакры? Первый сакру дает у нас Рос, Корнес потом, второй даст, потом Лагерь за зубы. На 700, а, как наверное, вопрос. Бьорн, так ты же говори. Да, ты в ДЦ будешь, конечно. А мог бы его первым зубы пусть сдал бы, потому что у него откатывается нормально. Короче, сколько команду когда сакру сдавать? Ребята, у меня нет массакры, потому что мне надо... Да не массакры, обычную сакру. Капельку красную в танка. Под баблу. Сейчас скину макрос. Так, после откидывания прожимайте все свои тринки, всякую хуйню, после откидывания там геро. В гильчате в основном макрос на... Ребят, паладины. Вроде бы. В гильчате макрос на сакру по фокусу. В дискорде? Да, в дисе. Фокусите войда и просто одну кнопку нажмите. Только по команде это все делается. И так, дайте СС в бро и кому-нибудь хрипатому. Ну, по команде это понятно. Там таргет менять просто не придется. Так, это самое. По пати. Группа номер 4. Группа номер 3 с левой стороны дамажит, группа номер 4 с правой стороны. Держите друг от друга дистанцию. После откидывания держите рейндж между собой. Будете, блядь, в куче стоять, сдохнемся. Причина. Все. Все готовы. Танк пошел. Милики никто не врывается. Там должен быть подрог кастера. Ну, гудлика на пол. Статуем в центр. Все, домажьте. Пока не прожимайте свои прожимки под гелдзе после первого откидания. Нам бы, конечно, на пол на танк дать. Гудлика. Да я уже дал. Все. Все, сейчас не должен быть. А, блядь, ебашит все равно. Сука. Кто у нас вторых танков у нас нету? Блядь, я думал, где-то чисто кастеров. Сейчас все равно будет ебашить миликов. Давайте сейчас упадем. После этого трая. Да почему он в этот ваниш может дать и все? Ренжу взяли между собой. Да. О, бро, нормально? Как дела? Так, Валк, вставай. Геру дали. Валк, дайте ребашку. А что за притяжка здесь? Я не понял. Это надо разбежаться. Да, надо разбегаться, короче. Нет, он меня притянул к себе. Все, пошли кастер набирать. И разбежаться. Милики набирают. Причем надо два танка здесь. Хуйня какая. Не надо боять никого. Что, проверим. Хуй знает, что происходит в основном. Конечно, надо танка второго ставить. ДК-шку venture. Второго по герою Милика. Да. А зачем ДК-шку? Давай лучше я на паладине стану, типа ДПС все равно мало. Ты удержишь агро или нет? Ну, чтобы ты вторым по агро всем удержался от Миликов. Ну, Миликов, да, удержу. Ну что, падаем? Нет, бьем пока, может сейчас убьем. Ну, второй сейчас по игру, сейчас у нас в бро уже сдох уже. Сейчас будут хрипаты следующие пизды получить. Хрипаты, нажми фростойку и там, ну, что-нибудь деф какой-нибудь там тыкну. 4-1.
3 стака на больше. Ну вообще 15 секунд, когда не запрямость. Так на 13 стаках убивались. Да, нормально убьем. Сейчас еще в притяжка будет. Да, удар земли через 5 секунд пытаемся. Я дам массакру. Зачем? Бегите к стенкам там, кто возле стенки стоит, усёте, бежите к стенке, дайте людям пробежать, что которые с центра убегают. Все нормально, никто не может. Убивайте. Слушай, ну мы его убиваем по факту. Убиваем его, ну это самое. Без милизона, конечно. Пока ты разве что живи, потому что там, ну... Бля, я думаю, что с ДПСом у меня стрелы серые стоят. Все, сейчас мельки будут отвлекать потихоньку. Кастер допьют. Еще раз прожимаюсь. Ну, мы сейчас все эти диваны попроебем, вот эти диваны. Давай, прожимайся. Это самое. Сильван, еще выйди пока с Мелизона. Если что, Сакру дашь. Побей там это дальними атакующими заклинаниями. Бля, реально, может вы отойдете просто и все, и не будете бить и умирать. Фейк тоже отойди, либо прожми там что-нибудь. Никол босс на тебя сейчас, босс. Будет тебя бить. Окей, аккуратно. Отдайте ему саливу, пробуйте так. Ну, он упадет, кого-то другого будет бить. Он будет другого бить. У Мелизона будет все пропичивать. Я сейчас какое-то сопротивление было. Это пока вообще не пробивает нормально все. Че, милики, выйдите все нахуй, чтобы вы не сдохли. Кастер добьют еще. Так, демов почему-то не вижу. На хаст. Заебал салат, давай, да? Ух ты, блядь. Всех в центр нахуй, ебанусь. И, блядь, под завал прямо. Ну, по-моему, херово стоим, халипло, клима. А сейчас зубы кинете. Кидай зубы по воду. Сейчас? Да-да-да. Так, подальше от босса отошли все кастеры, килы. Подальше все от босса отошли. Он растет и будет вас шопать. Все лагать начали? Да. Да нет. Я пляшу стою. Так, сакры пока не надо давать ничего. Завала выходим. Из таких вот боссов надо будет фармить 4 месяца как минимум. Пока не выйдет этого контента. Интересный контент. Вот это контент. Очень. Зато он быстрый. Да. Короче, единственное, что. Зато он, да, будет быстрый. Но сейчас долго бьем. Вышли, да, вышли, гудлик. Гудлик, выйди, гудлик. Ходи, завала. Хорошо получается, зашел на РТ, в 10 уже ушел, да? Да тут даже, ну, мы раньше освободимся. Да не, будем, можем в один день ставить ульду плюс этот, плюс можно это быть. Все. Потому что, ну, реально, типа... полуульды можно пронести, даже можно это... Тут сейчас люди полутают, типа, по 2, там, куска Т4, и нормально уже будут. Сакру не приравнивай. Мне пока не надо. Да его вообще... Да он меня кинул! У него, типа, меньше 120% здоровья, я еще не видел. Ну ладно, вот 111. Дубовую кожу надо было идеально прожать, а, нет, пожалуй, вижу.
Отошли от босса отошли все, отошли, идеально тоже уйди. Пока нормально, не надо ничего. О, начинает пробивать его. Зубы через 4 секунды. Хорошо, дашь зубы потом сразу. У меня вылетело вообще. Не заходи, шаманист, в игре, не заходи. Что полутаешь. ЛГшки и это самое. Зубы дал? Давал. Угу. Иванович, готов сакру. Угу, сейчас сакру пройдет. Сакру, сразу же давай. Корней, следующий твой массакр, а потом обычная сакра. Есть массакр, да? Да. Да, есть, только ассист. Ой, то есть анонс не надо. Угу. Блять, ощущение, как будто погибель в поражении двум. Согласен. Давай, Корнес. Да все дал. Еле-еле успел. Да. Щитки там развешивайте, не знаю, как не завершите. Я все отдал. Давайте 10% осталось. Идеально вы здесь с этой хуйни. Оо, хорошо, это я ж далеко был. Идеальная лестница, Корнесса. Завал их не стоит, все, пошли. У него таргет огромный, ребят. Отойдите от него подальше отойдите просто от босса. У меня таргет больше большой. Сразу виннер плюхните, Корнесса. Вот дефиси, есть дефиси, где бежать? Дефиси. Все, отошел. Сколько до зубов осталось? 45 секунд. Отлично, знаешь, подкаты сразу. Что, просто да, только танка держим и все, больше никого хилить не надо. Подальше от босса отошли все хилы. Хорошо. Зубы сколько? 16-15. Угу. Сразу вот когда зубы, потом как зубы пройдут, озвучишься, сразу сакра висит. У Сильваныча есть сейчас прям этот 5 секунд, капля. 5 секунд сакра будет. Да, давай. Давай, там, сразу давай. Сало. Все, есть. Давай. Блять, меня завала мудила нахуй. Жмите 5%. 4, 200 там осталось. Так, у нас зубов нету, так что так добивайся. И маны нет. Блять, съебать нахуй. Давайте реабилитироваться, ребят, надо, короче. Давайте нормально делать. За одну тактику узнали. Ну веруйте от меня. Угу. То, блять, по 4 ляма. Это пиздец. А я не знал, кстати, что он притягивает. Типа я знаю. Он всегда притягивал. Без понятия сноп от них. Не всегда он притягивает. Слушай, на самом деле, типа, реально 20 стаков, типа, он вообще не пробивал толком танка. И его вообще какие-то очень слабые... Бля, и хапнут, я вам точно говорю. Это сильно, блядь, бесполезно выглядит этот тин. Ты смотри, у нас рейд, что это примерно вверх 10% игроков сервера. Не суть. Посмотри, танк вообще не пробивал на 20 стаках. Дживс есть, поставлю. Так что, я давайте в танка, я подержу этот. Ты сможешь быстрым по агро? Ну, в меня на пуля, да. Да, на пуля. Давайте, да. Фей, подожди, ты дашь моти просто на пол. Подожди, танка. Что? Сильваныч же есть, он уже тоже против. Все, я затупил. Ну, да, давай, Сильваныч, давай, давай. Не так, кого? Войды или... В этого? Так, первый на пол Фей дает Войда, а ты, Сильваныч, на пуле. Хорошо. Береги, смотрите за тритом, чтобы вы не перегнали Сильваныча, главное. Если перегоните, вы сдохнете. Да, я просто что-то сначала подумал, что это. Я тут один самый слабый ДД. Оказывается, нас двое. Смотри, а по поводу стаков и пробивания, вот мы довели до 20 стаков, да, полумертвым рейдом с таким ДПС. Сейчас пугарит соберется какой-нибудь, где максимальный ДПС 5к. И там будет больше стаков. Ну вот, и будут, да, там попотеют люди. Да не, будет спокойно пугарейдами это убиваться. Понимаете, что просто пол нашей пачки это обычный пугарейд.
Типа, если мы сюда человек 12-13 идем, мы... Шкаф, поставьте суфлаж. Ты куда улетаешь, блядь? Грубо говоря, наши живые сейчас сдавали ДПС, как у обычного пугарейда. Ну да. Поэтому как бы вряд ли его нерфить, апать будут. Думаю, что будут. Он не самый сложный, но... РБК апнули, апнули. Ну, это да. Противно сделали, пидорасы. Уже 4Т4 соберешь, не заметишь 4БК. Да. А еще Оля, да? Да. А это быстро. Я думаю, Вики веселее всего должно быть. Так, а у нас же во втором рейде тоже ж по приору будем идти? Конечно. Ну, конечно. Хотя, блин, нахуй знает, там половина не ходит просто. И там, если ну, кто-то будет, один залетит нас на каком-то около мейне, все заберет. Там просто хотя это должно быть справедливо, ладно. А, я торчу на пол. Гудлик, чего не хватает? Так, я в Сильваныч, да, даю? А, в бой да. Стоит Дживс, блядь, сука, ты с правой стороны, блядь, пиздатый степая. Да, для тебя ну, стоит. Фейб дает Войд, да, Сильваныч, правильно? Да, ну, да, я назначил вас. Понял. Все, все готовы? Давайте еще начну. Сразу места займите свои кастеры, чтобы потом не бегали. Сразу ворваться. Все, танки по готовности пуляйте. Милики, пока не врывайтесь, покажите, пока танк второй будет по труту. На пулы сдали. Все, Сильваныч, чистым по труту, бейте. Сейчас все на пулы, пока сдавайте Сильванычу, только Сильванычу. Да, он хорошо там держится, он сейчас обгонит Войда с таким темпом. Если бы на пулю у него не скрас. Вы да блядь! Да ш... Все норм, продолжаем бить. Тиру? Сбегать один в одного. Если вдруг видите, что рядом с вами кто-то есть. Блядь, где ты там на хосту, блядь, стоит? Вот боссом. Не достает. Ладно, потом переставишься где-нибудь. Гудлик раскол. Да не, Гудлик может обгонять, милики нет. Нет, да, милики не дашь обгонять, да. Я дам саливу, когда нужно быть по боссу. А там в целом другие не обгоняют счет. Протопал в спину ну, хорошо Агрон убирает, он сейчас может спокойно перегнать танка. А у кого это фоновый? Да, пофиксить. Я этот, на пол просто, пока да. Наверное, это, кстати, походу у тебя вентилятор. Слышишь, дай по инку боссу садну. Я дам, но он сейчас далеко же. Ну, на всякий случай, чтобы там не приехал. Что откатилось еще пыталось? Ну, да не, слушай, я все контролирую, все хорошо. А их жизнь в моих руках. Это ты пугает. Да не, ну слушай, ну типа, чем больше у него будет трита, я дам сальву, тем больше сальва снимет. Типа, давайте сейчас, ну... С учетом того, что он на 15% отстает, на 203 та, ну, 200к. Ну, я пока ДС даю на полу Сильвановича. Хотя я Гудлика не вижу в ЛДП, что он тебе прирост дал мой 6% баф. Убежались. Блядь, что за хуйня? Вы умрете. Ах, нормально. Корнес, перед самой заморозкой можешь давать массакру. Ты там, ну, слови тайминг, и он тогда под, как раз под конец этого еще длится массакра. Хорошо. И там как раз КД шутся плюс-минус столько же. Ну, еще одна массакра есть.
Ну, в целом, ну, типа, ты тоже можешь давать на каждую стяжку. Ну, перед каждой заморозкой. Чтобы миликом поменьше прилетало. Охуенно, блядь. 7,5 ДПС, а 31 ретрик. Сейчас соберешься, будешь в топе. Ага, в топе. 8, конечно. Угу. Ну, два выбора и 10 карт. Не, он 1011 будешь делать. Да, да, на магике. Не факт. Да никаких 11 не будет, вы что, смеетесь? Нет, ретрик. Ну, 24, 2 приги или выбора и 10 плюс. Раз будешь, если руки есть, будешь давать. У меня... Да, блядь. Есть ДПС. Зорки, помнишь, у нас на X3 был Винбизер? Ну, да, он давал, как я на роге, он давал один с косарей на это. Вы понимаете, что ретриков сейчас порезали сильно? Типа, просто осознайте это. Ну, не знаю, как порезали. Ну, был 24-25, ой, 24-29 был. Ребят, вы забываете, это не X3 и не X2, здесь ДПС и другие. Да здесь даже не важно в том, что ДПС и другие, ретриков порезали, им брали талант, который срезал броню под крыльями. Ну, его... По, ну, починили, если быть правильно. Его никто не брал. Его, блядь, сломали. Ну, типа, как? Ты считаешь, что его сломали, он, типа, по идее, должен работать, но... Да, в пизду пошли они, блядь. Вот они это... пилили сеты, блядь, под этот талант, понимаешь? А сейчас, блядь, это... Шлют нас нахуй. Я просто не понимаю, какого хуя, блядь? Не, слушай, нужно давать прям под самый стан массагрудь. А видишь, со всех спало до раскола. Так я прям под станом дал. Не-не-не, я не знаю, ну кто-то из вас, это или Корнес, или ты был? У кого, я прям за секунду достану. Да, я немного раньше дал. А, да, все, это у Корнеса. Милики, завал, аккуратней. Милики, алло. Да встань, я встаю. Ну что, ГП получит, блядь, ГП получит. Много миликов поделалось. А ГП хил получит? Нет, ГП получит милики. Вообще хил получает. Ну типа, не прохилили, мы встань стояли. Теперь он очень легкий босс. Какой нахуй встанет, блядь? Два танками. От завала. Какой стан? Стан дает завал, алло. Мне дал. Да, читал. Завал стан дает. Держись от меня подальше, что это значит? Глаз. Не ум... Никто не умер от этого. А это тренька на кастеров классная? Угу. Да, это тренька кастера креатив. СПДшному энку еще заезжает. Жестко. Ты ее на файрах хочешь? Нет, я ее на файрах не буду забрать. Нахуй нужна мне. А, тихо, блядь, туплю. Зорком говорит. В Далран, дайте этот порт, пожалуйста. Далран. 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 Тишнула. Далран. Эрнхита, надо вам. Эх, бедный Донт, он хотел...